Всем добрый день. Меня зовут Жуков Павел. Я представляю компанию АМТ-НВ на выставке СТТ-2024. На этой выставке наша компания представила три новых автомобиля. Самосвал 8х4, полной массы 50 тонн, в исполнении на сжатом природном газе. То есть фактически это наш стандартный самосвал и полноприводный с платформой строительного назначения 23 кубических метра. Ну, платформы, кто знает самосвалы и АМТ-НВ, знают, что у нас есть и скальные, и углевозные платформы, и строительные различных объемов. Значит, здесь установлен газовый двигатель мощностью 500 лошадиных сил. Вот, и газовые баллоны общим объемом 1670 литров. Данный объем газовых баллонов позволяет эксплуатировать самосвал, значит, на пробег с полной загрузкой где-то 540-560 километров обеспечивает газовые баллоны отечественного производства. Специализация компании АМТ-НВ всегда была это тяжелые автомобили и в большей части даже полноприводные автомобили. На данной выставке мы впервые показываем автомобиль АМТ-НВ в исполнении сидельный тягач. Особенностью данного автомобиля является то, что установлен двигатель 560 лошадиных сил. Раньше мы ставили до 480 лошадиных сил. И самое интересное – это усиленные агрегаты. Спереди ставится мост на 13 тонн. Сзади мосты на 20 тонн, соответствующие подвески. Вот, то есть полная масса автомобиля будет составлять более 50 тонн, полная масса автопоезда 130 тонн. Соответственно, значительное увеличение мощности двигателя, значит, повело к тому, что установлена усиленная коробка передач под момент 2500 ньютонов, усиленная раздаточная коробка. Вот, то есть это значительно, так скажем, уже автомобиль более тяжелого класса с большими преимуществами для тяжелых условий работы. Соответственно, шиновка подобрана, комбинированная, которая обеспечивает такие осевые нагрузки. Многим будет интересен автомобиль, так скажем, среднетоннажной гаммы. Значит, это новые наши автомобили, уже не тяжелый среднетоннажник. Данный автомобиль с колесной формулой 4х2, полной массой до 20 тонн. Двигатель 320 лошадиных сил. Данную машину мы будем предлагать под застройку коммунальной техники, пожарной техники и прочих специальных автомобилей. Колесные базы, как у всех автомобилей АМТ, могут быть разные. У этой модели колесная база от 3,5 до 5400. Соответственно, для надстройщиков мы предлагаем различные отборы мощности, перенос агрегатов, подготовка под допок. Все требования застройщиков мы выполняем. Размещение выпускной системы тоже может быть различное. Будем надеяться, что вот этот сегмент, вот этот автомобиль нового для нас сегмента будет очень востребован на российском рынке. Всем всего хорошего. Спасибо за внимание. Сайт amtnv.ru. Компания АМТ находится в городе Мясе, Челябинская область.